Льготы при поступлении в вузы могут получить дети из многодетных семей. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме. Законопроект предлагает дать детям из семей, имеющих трех и более детей, преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Данная льгота будет предоставляться только при успешной сдаче вступительных экзаменов. И если данный законопроект в Госдуме будет одобрен, то он уже вступит в силу с 1 января 2021 года. Между тем, в настоящий момент в Магаданской области создана система дополнительных мер социальной поддержки многодетным, молодым, студенческим, малоимущим и приемным семьям, одиноким матерям, семьям с детьми-инвалидами. Им предоставляется более 40 видов регулярно индексируемых социальных выплат.